как говорится, с Богом, да? Так, камера-то у меня хоть есть здесь? Или я ее ликвидировал удачно? Я через турельку могу пострелять. Так. На камеру надо поставить бы. Как бы дело такое-то. В принципе, нужно. Давай заодно и ногу, кстати, влепим. Блин, у меня были выдвижные ноги. Мне на ногу сильно нравится. Так. Где мне ногу-то оторвало? Вот здесь он был, да? Ладненько, давай пришьем тебе ножку пока что. А ресурсов-то нету? Нету. Ладно, стилплейты нужны. Погнали. Так, как у нас там нога располагалась? Вот сюда вот, да? Во-первых, не так. Во-вторых, вот так. Ага. Так, это он доделает. Камера, камера, камера. Сейчас бы не ошибиться с камерой. И, во-первых, камеры бы, наверное, мне надо было бы две воткнуть. Очень плохая идея сюда камеру тыкать. Так, покажись. Ай. А, камера есть. И давай снизу камеру поставим. Камера низ, будет камера вверх. Здесь я... О. Хотя здесь, да, я не знаю, что поставить пока еще. Очень сильно это непонятно. Да ни хрена себе сейчас было. Это что такое? Слушай, что там зареспилось? Надо бы полетать, посмотреть. Точнее, сгонять, посмотреть. Это мне это вот это вот интересно становится, да упу. Ой-о. Там что-то очень большое. Что ж, друзья, я тут немного попарился, вроде смог установить старый микрофон. Ну, как сказать, восстановить. Активировать его. Ладно. Такс. Что у нас здесь интересного? К сожалению, пришлось там пропустить. Во-первых, вот это вот мне хрень очень интересует. Видите, там два корабля. Давай-ка туда слетаем. Хотя чувствую, сейчас привезу еще один корабль на разбор. Или мне звездюлей вставят. Но все-таки очень жутко интересно. Смогу ли я их привезти? Вот в чем вопрос. А ладно. Попытка не пытка. Кораблик я немножко видоизменил. Акс. На взлет и вперед! Так, топ. Вот ты смотри, какие там летят, ух, ё. Их двое аж.
Так, может, давай камерой посмотрим, а? Они не так быстро вроде летят. Так, давай-ка камеру возьмем. Вот эту вот, хрен ты с ним. Какая из них надо было бы... А, их как и переименуют. Но по идее камера 1. Это... Так, что это за кораблики такие? Ни хрена у него там ракеты. Это пираты. Нижний мне вообще непонятен. Какого мне захватывать-то, блин? Да. Это что, у него лапки там, что ли? А, да, кстати, это у него лапки. А где турельки? Непонятно, честно говоря. Выйди, там еще кто-то есть. Стоп. Уж и, конечно, забавно вот такой каскад летит. Японская блоха. Эк. Вот ты, блин, и бронированные стекла. Ладно, вопрос можно, а по кому эти дебилы стреляют? То есть ракеты вы сбивать не хотите? Тело мое где? Да, чувство мутно щиты здесь как раз пригодится. Чем он меня так звезданул, интересно, во-первых. Короче, дел было к ночи. Я так и не понял, чем меня там так напихали. Камеры целые. Чем там он у меня нашкипидарил так? Слушай, что-то как-то быстро, я смотрю, броня полопалась. Давай сделаем вот так вот. Просто его раскочегарим в ноль. Что за...
Чего не атакуешь, дядя? Это что у него за оружие там такое? Это что за нахрен такой? Это чем он там так поливает? Слушай, мне надо корабль перестраивать. Ни хрена себе. Ёп. Мне кажется, пора на ремонт. И на переделку корабля. Так, ну ладно, боевую проверку мы прошли. Какого хрена? Ни хрена там ракетница стоит. Вы что, серьезно что ли? Так, добуду дилокейшн, я хоть долечу. В общем, понятно, с собой надо брать дополнительный набор инструментов. Корабль держит хорошо. Надо его, правда, модифицировать. Все. С такими кораблями, друзья, мы определенно могу сказать, забываем раз и навсегда открытых кабинах. Потому что кабина сейчас очень хорошо открыта. О, броня хорошо держит. Это хорошо. Это гудово, конечно, но... Блин. Капец, конечно. Я что-то не ожидал, что меня так ракетами будут поливать. Надо, блин, переделывать полностью корабль. Надо новый делать. Так. Черт подери, не, это прикольно, слушай, мне нравится. Слетал, посмотрел, по сапатке получил, погнал обратно. Тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. Ну, не такие жутко сильные повреждения, конечно, как могли бы быть, но очень злобно. Надо продумывать как-то корабль. По-другому его делать. Да уж. Та-та-та-та-та-та-та. А, ну полетело говно по трубам. Да вы издеваетесь, я только тут... А, ну понятно, друзья. Вот... Охренел? Что еще, кажется, я этого не делал, да? Начинается.
Смотри, какой он здоровый. Почему у меня турели не атакуют? Да ты совсем приборзел, я смотрю. А, ну они сейчас сами его укокошат. Так, что за нахрен? Что происходит? Так, что у меня с турелями? Дай-ка я посмотрю, во-первых. Погоди, так клавиша P это автоматическая отстыковка, что ли? Да ладно. Так, слушай, с турелями что-то явно не то. Было установлено, чтобы они... Ну вот она и стреляет по нему. А, ну правильно, у меня других турелей здесь сверху, спереди нету. Так, а почему ты не стреляешь по нему? Так, в общем-то, эти турели против ракет бесполезны стали. А где патроны-то твои? Ну, конечно, понятно, друзья. В общем, надо перестраивать корабль полностью. В ноль просто его переделывать. Мне так говно опять лететь еще будет. Ты еще, блин, и лететь, скажи, пытаешься, да? Понял, понял, понял. Лечу, лечу, лечу. Да. И без тебя это знаешь, что мне хуил критикал. Что я критикал, я это и так уже понял. Утверждение не нужно. Ни от тебя, ни от зрителей точно. Критикал я полный. Но хотя, кто ж знал. Блин, и как их вообще одолевать, в принципе, тогда? Это вопрос уже поинтереснее становится. Игра тоже становится заметно интереснее. Но мне надо тогда, получается, как-то быстро восстановиться, друзья мои. Блин, идти ту базу сносить, иначе она меня заклепет. А, нас сейчас так и будут посылать, да? Это я понять не могу. Вроде послала она. Что там за чудо стоит такое? 3.47. А, не, ну двигается порядок. Так, я надеюсь, больше, конечно, ко мне ничего не будет такого летать. Я понял. В общем-то, здесь в чем прикол? Почему так все криво работает? Хотя, как сказать? Довольно-таки интересно получается. То есть, если я прилетел атаковать какой-то другой корабль, то мне начинают сразу пытаться раздать звездюлей. Очень забавно. Так, давайте я вам покажу немножко, что я здесь настроил. Сейчас опять стройкой буду заниматься. Так, почему опять это не работает? Что, мне тут снесли, что ли, что-то? Нет. Тоже нет, все есть. Все подключено. Какого... С энергией все в порядке. Чего вы красным-то светитесь? Ну ладно, скорее всего опять баг оптимизации. Я это ненавижу-то.
Коннекторные трубы. Ну, хотя я здесь их использовать, постараюсь не использовать, чисто так вот. Так, здесь у меня по топливу что? Поставил, друзья, на прозапас, чтобы было. Надо переделывать его полностью. Ну а что вы хотите? Ха-ха, мне это нравится. Блин. Так, дай-ка инструмент это возьму. Хотя бы посмотрим, что мне здесь конкретно снесли и почему ремонт не работает. Ох, ё, так они мне еще. Нет, здесь все должно работать. Погоди-ка, посмотрю загрузку процессора. Нормально все, даже 50% и не было. Скачками, если посмотреть. А, максимум 55%. Все. Вот так, друзья, эта игра и должна работать. А мне там некоторые написали, блин, то, что она должна работать как угодно. Процессора у тебя не хватает, а? Ой, так. На игры сложных более параметров хватает, на эту не хватает. Что же за игра-то такая? Да уж, слушай, неожиданно. Очень жестко неожиданно. Так, давай посмотрим. Я так и не понял, но снесли меня буквально с первого удара. То есть... Ладно, тех есть. Но если попробовать хотя бы посмотреть, к примеру, Windows. Блин, бесполезные стекла получается. Ну вот они. Touch Windows. Touch Windows 2 на 3. Блин, слушай, ну конечно там таки... Не, ну хотя корабль-то себя показал хорошо. Там какие, бляха, ракетные залпы дошли. Что же они там везли такого интересного? Так, ладненько, друзья, я сейчас пока тогда на ремонте. Будем, вероятно, еще строительные серии выпускать. Я не знаю, на корабль-то может на разбор поставить. А вы иначе делать. Как, в принципе, захватывать ту херню-то, я вот даже не понимаю. Это просто звездец какой-то. Ладно, сейчас починимся. Может, корабли здесь есть и попроще. Что они там зависли-то? Это MBC-шки. Ребята... Чё у вас, заскок? Нифига не понял, но понравилось. Ой, не, ну это вообще, я не забуду этого. Так, что это, блин, за ракетница, простите, пожалуйста. Я вот просто, я не понимаю, как вообще можно штурмовать корабль этот целым взять. Мне нужна камера получше. Это определенно. Все, пошел искать моды. Чтобы поближе можно было приближать. А тут без вариантов, друзья. Я не смогу снести турельки. Мне интересно посмотреть, что это, блин, за корабль. Хотя да, можно, собственно... Пробовать в креативе потом. Сделать копию сохраненку, зайти в креативе и посмотреть, что за корабль. Но это слишком читерно будет. Ладно, ухожу на паузу. Сейчас буду пока тут отстраиваться. Точнее, восстанавливать свою утерянную гордость, которую просто в ноль снесли. Но это было, друзья мои, весело. Это того стоило.
Слушай, что-то понять не могу. То ли постройка появилась, то ли что. Давай-ка посмотрим. Надеюсь, постройка, потому что... Блин, ну... По идее, должна бы постройка появиться. Как они вот появляются, я понять не могу. Что за построечка, если что? Давай посмотрим хоть. Хватит. Хватит. Да, слушай, постройка появилась какая-то. Отлично. Значит, все нормально, респится. Я уже начал бояться, что опять все пошло куда-нибудь подальше. Так, а это что такое? Турели глючат, какие-то стреляют, какие-то не стреляют. Я уж понять не могу, что происходит с этой игрой. Видимо, ничего хорошего. Привет! Так я тебе что-нибудь отпилю. Какой бодрый. Да. Ага. Попади по мне, попади. Блин, надо ту хрень идти, короче, разрушать. И почему-то не хочет ремонтироваться у меня корабль. Не догоняю, почему. Вероятно, всего надо будет перезагружать опять, блин, игру. Только я уже 2 часа в нее играю. Да. А, вон, все. Загрузка уже процессора пошла опять вверх. Как мне это надоело. Не мешаю. Да, здесь надо что-то выдумывать поинтересней. Так, ладно, надо падать на перезагрузку без вариантов, друзья. Без вариантов, увы, надо перезагружать, да и чтобы хотя бы на нить не начал работать. Да, уж с игрой явно начинает твориться абсолютно непонятная хрень. Все, стреляют турели, я вот перезагрузил комп. И пошли стрелять турельки. Ой, какие молодцы. Да ёшкин ты кот. Ща и ремонт, наверное, пойдет. Или нет? О, видите, зелененьким засветилось. О, как круто. Оптимизация. Твою налево. Что вы творите? Квадах. Так, а вот я не помню, почему я же это все убирал. Ладно. На кладах уберем, давай. Да, блин. Так, погоди, как там называется эта херня? А, Observation Outpost. Интересно. Как там валяется полудохлый? Ну, ладно, главное, турели заработали. Сейчас главное, чтобы только ремонт наконец-то начался. Турель вообще начнется или нет, интересно. Игра. Алло. Алло, игра. Проснись.
Ой, друзья мои, как меня этот дурдом просто поражает. Кто б знал. Да уж. Ой-о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 й. Вот это, блин, идиотизм. Ладно, буду я пытаться починить кораблик сейчас. Вернусь к вам, как только его починю.